Ребята, а каких еще птиц вы знаете, кроме галки? Соловья. Я знаю голубя. А я знаю воробья и синицу. За 10 хвилин удельницы регионального этапа республиканского чемпионата World Skills Беларусь 2018 повинны як мага оригинально презентовать свои методики дошкольного навучання. Дети – контингент особливо деликатны, тому и педагогичный подход у выхаванні повинен быть максимально вывераным. Показать свои бачення и продемонстрировать его на суд журе – задача конкурсанток. Мы провели занятия на тему, которую вытянули, в соответствии с методикой и теорией. Заранее разобрали материал, подготовили сюрпризный момент, вместе с волонтерами изучили художественные произведения. Подготовка была одной участницы, Хвера с Еленой. В процессе подготовки мы готовили, собственно, 4 модуля. Это умение планировать свою деятельность, организовывать свою деятельность, осуществлять организацию взаимодействия с детьми в рамках развития речи детей дошкольного возраста. Они презентуют свои профессиональные умения в разных видах деятельности. Например, им необходимо было нарисовать информационный стенд для праздника «День мультфильмов» для средней группы. Девочки сейчас будут выполнять задания «Выразительное чтение» и «Презентация книги» для младшего, среднего или старшего возраста. У Брестской области региональный этап чемпионату World Skills Беларусь 2018 проходил у 2 этапы. Первый отбылся в Барановичах. Цель – это развитие профессиональных компетенций и повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности умений и навыков для экономического роста и личного успеха. Такие конкурсы, они дают всегда развитие, возможность общения с другими учреждениями образования, где педагоги, учащиеся делятся своим опытом, новыми технологиями, методиками, изучаем друг у друга новое оборудование. А это всегда развитие, это всегда шаг вперед. Спаборніцтва проходило на протягу 2 дзён. По выніках усіх этапов пераможцай признана Алена Хверас, студентка 3-го курса Барановицкого университета. И она и представить нашу область на республиканском этапе национального чемпионату World Skills Беларусь 2018 22 и 23 мая у Минску. Мария Кобец, Олег Завадский, Александр Дзяченко, телерадиокомпания Брест.